Мысль – это идиомоторное сокращение мышц, которое влияет на твои внутренние органы. То есть, если ты думаешь, что ты красавчик или красавица у девочек, то мысль дает сигнал твоему организму, мышцам, твои ребра выпрямляются, расширяются, грудная клетка становится больше, осанка выравнивается. И самое интересное, что происходит дальше, твой мозг считывает эти сигналы. Ты занимаешь больше места в пространстве, в этой реальности, а значит, ты доминантный. Ты альфа-самец. У девочек самка. Ты не боишься привлечь к себе внимание. Как я. За счет этого происходит выброс тестостерона в твоем теле, и ты красавчик. Итог. Мысль именно про это. А не послать мысль во вселенную, божественным богам, после секретных секретов, успешного успеха, облепили всю стену какой-то хуйней, называемой карта желаний, которая не работает и никогда не сработает. Ты сам себя делаешь, собираешь по кускам, степ by степ. Понимаешь? Какие нахуй боги? О чем ты? Окстись. Бывай.